Встречают меня сходу. Встречают они меня. Сейчас. Сегодня пойдете к себе волчью жизнь. Вот холод хороший, не липнет к нему ничего. Надо ее, кстати, там на своей территории вычесать. Сейчас. О, лягушка убитая, прикол. Убили лягушку. Ну да. Ой, тетя моя лапочка моя. Вы мои лапочки. Ну, красавчики. Ну, красавчики. И что мне с вами делать? Мадемуазель Коко Шанель. Пойдемте. Только не да. Пойдем, а я в рекламу. Да нету там никого. Тут еще, а я вроде с утра в 5. Я без 10:05 проснулся сегодня. Колобок, мы говорим. И в общем-то, на подъеме мы сегодня. Почти с 5 утра один слово. Так, ну что, пойдемте всех туда загонять. Тише. Ара, угомонись. И значит, это сам. А, и тут Симба попросился на улицу, отпустил, а Яврик за ним следил. В телегу скидываю, все, короче. Поэтому идите гулять. Аделька, пойдем. Пойдем, трусишка. Это не вылетай, как папанька. Почти, да? Как можно хозяина своего бояться? Ну как? Эй! Стоп! Морковка. О, они опять туда побежали в надежде кошку, что встретят. Сейчас я тут закрою, чтобы щенки не возвращались. Хотя щенки не вряд ли. Там их уже закрою. Как раз у них интерес там. А мне там... А, уже все вышли. Что-то интерес пропал быстро. Так, ну что тут, ребята, после вчера у них выходной. Через день они у меня работают, конечно, недарчик наш. Короче, вот это все сжигаем. Это сжигаем. Сегодня у нас день костров. Берем пилу. Может, вот эти ветки чуть снизу покромсаем. Вообще тут, конечно, надо валить это дерево. Оно сухое. Но без него тоже, блин, тут будет пустовато, пустые. Или вот так, если... Блин, да нет, там камера. Пусть стоит еще. Так. Потом разберемся. Хочу вон там деревья вот высадить потом. Ну, не прям сплошняком, чтобы землю держать. Хотя тут дуб держит. Да, дуб здесь держит хорошо. Ну, надо туи посадить потом поназад. Короче, как обычно, планов много. Лишь бы деньги были, как говорится. Так, ладно, куда волк? Ну, пусть гуляют. Я присматриваю пока. Потом волков закрываем, все, с питами занимаем. Сегодня у нас занятие на удочку со всеми. И подготовка к выставке. Стойка, не стойка, опять пробежка. Вот здесь будем. Кстати, вот эту кровать здесь убрать. Эту кровать убрать. Тут вот... Хотя там, о, там сейчас чисто, ребят, сейчас вот я буду подготовку к выставке, чтобы на ринговке ходить. А то там на веранде вчера мы делали, но мало места, не вот. Вот и отлично, еще бы коврик, да, постелить. Завтра ребята доубирают, все остальное. Все, вот, чистенько. Вот так и будем бегать здесь, точку ставить, раз, пробежечка. Ну, короче, отлично. Вот эти листы запачкать могут, их надо закинуть сюда. Кстати, их сейчас собаки могут запачкать, давайте я их уберу. Так, ну все, убрал листы, не бойся, убрал листы. Все, вот тебе и занимайся с кайфом. Вот здесь это, стружка опять от листов, сейчас я возьму. Она такая нехорошая, пипец, она полумесяца. В ногу вонзится, пипец. Все сапоги мои, я не... Все, вот тут будем заниматься. Здесь сосредоточиться проще. Отлично.
Орать нельзя. Так, как волкам шать, ну сука, красота. Нет, а ну стоп. Стоп, говорю. Раб, нельзя. Кто-то на песочке играет. Так, я начал подметать. Сейчас Снежану позову, пусть это все подметет. А то тут стружка. Ее нельзя сюда, ее надо в мешок все это закидывать. Не дай бог в лап. И вон там полно этой стружки. И уже и на земле, и на бетоне. Поэтому ее всю надо. Тут ее реально до хрена. Сейчас просто что-то на землю высыпал. Наверное, дожди-можди смыли все на землю. Ну вон я вижу ее, конечно. Ее тут много было вообще-то. Она просто уже в земле. Короче, тут тоже надо все подместить. Вот тут Снежана будет сегодня работа. А мы будем костры делать. Вот это занесу. Короче, хватает что делать. Надо сегодня так до финиша почти довести основное. Все, чтобы уже на это не отвлекаться. Просто уже... Вот она. Посмотрите, сколько ее. Охренеть. Просто, блин. Так, все, окей. Балков загоняем. Опять там утки. И Луна кружит возле нее. Лишь бы не перепрыгнула. Она может перепрыгнуть. Малышня, вам что интересно? Залазят на доски, на костер. Максима. Смотрите, смотрите. Да, пойдемте. Пойдемте, может, зайдем все-таки. Луна! Луна, Яврик! Давайте их закроем, хватит, побегали. Пойдемте, малыш, пойдем. Луна! Пойдемте, пойдемте, Вали. Пойдемте, Вали, пойдем, пойдем. Пойдемте. Пока вся толпа идет, надо идти за ним. А то сейчас не дойдут половину. Вот так, так, идем, 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 чтобы Аделька зашла. Молодцы. Так, наша Аделька тоже зашла. Пойдемте, мои сладкие. Опа, расфигачили, да? Молчат. Молодцы. Аделька тоже зашла. Пойдемте, мои сладкие. Луна, Яврик, иди сюда. Пойдемте. Наша Аделька сюда зашла. Ай, молодцы. Это ваша территория. Тут ходи. Ходите и бродите сколько вам угодно. Так. Ну все. Аделька, вот она тоже. Прибежала. Все, тут закрыто. Все, я могу идти. Все. Оставайтесь. А я быстренько побежал, чтобы они не увидели. Вот так вот. Пас, пас, пас. Пас, пас. Нельзя. Так. Ну это не страшно. Ой, иди сюда. Тайра. 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 Нет, нельзя, нельзя. Тайра. Иди сюда, девочка. Иди, мое солнышко. Иди, я вам говядину сейчас мороженое там было. Принесу, будете грызть до вечера. Так, все, закрываем. Так, я сейчас соберу. Слушайте, что они еще тут? Так, вот. Так, нет. Дальше уж не погрызуть, нет. Так. Ладно, все. Мясо привезу и в этот пакет принесу. И в этот пакет и поскладирую. Так, доску чуть сложили. Не так, как я просил. Все в куче. И короткие, и длинные. И длинные внизу сейчас, чтобы достать на всю эту кучу. Ну, в общем. Ладно, так уж и мы. Листы надо боком на ребро. Металл. Короче, весь мусор теперь здесь. Зачем на стройке там мусор? А то, что это сказать. Да. А, еще лет 5 строится, и он что будет стоять. Уберем, надо, достали. И каждый работник, чтобы за собой убирал. Откуда взял доску, оттуда и принес. Так, сейчас мясо принесем щеночком. Разминка прошла удачно.
кушать хотят. Не докар. Ну как, даю норму, им не хватает, они привыкли переедать. Молодняк. А я к выставке готов. Кими, колобок. А ну вали, бегу. Потом погуляй. Араб, иди. Колобок, Кими. Низек, а я. Ара. Кимка. Ара! Кими. Ара, ты иди сюда. Ара! Увидел. Жрачку увидел. Это услышал, что-то хрустят. Получше. Давайте, Валер. Валер, молодец. Валер, бонита, Валер. Так, ну давайте вас. Так, ушибы. О, и двор надо убрать. Короче, полно работы. По мелочевке всегда полно. Молодцы. Опа! Сосед подошел, говорит, можно машину большую. Иди, Валер, на. Можно машину большую поставлю по над камерам. Вот, да. Синяя, да без проблем. Вот такие надо соседские отношения. Проблем нет. О, изжога в последнее время, пиздец как. Фу. Я говорю, без тебя. Кое-что тоже не может. Да? Артём, мне дубинка хочет. Да. Это у нас строитель до конца. Так, дядя взялся за костер. Снежана там убирает все от этих стружек. А я хожу, блюжу, помогаю всем. Молодец, Снежан. Молодец, Пакьяр. Вон там собачка, да? Собачка. Кто там? Собачка, да? Кто там, Спайк? Собачка. Все. Здоровики. Так, коврик для занятий. Стойку будем становиться. Но пока я убираюсь. Сейчас весь хлам, вот это уже все последнее. Основное добьем, остальное уже потом. Как лопнуло что-то. Хотят покушать, там недоеденный корм. Они у меня все, они у меня готовятся. Видите, Бонитка похудела. Бедный колобок. Ну как мы с ними справиться? С этой толпой незамонных кутов. Сейчас, Снежана все убрала, я проверю контрольный. Нет. Потом отпишу. Нет! Нельзя. Подождите. Арев-Арев, Гармир-Арев. Все, давай, РП, давай. Так. Отпустился, да? Все, тут сейчас Снежана его добрала, его возле лестницы добираешь. В принципе, почистил. Вообще, это все работники за собой должны брать. Стружки. Она въелась в бетон даже. Молодец. Молодец. Ара, Бонита! Молодец. Сейчас передышку сделаю, на чем заниматься. Что-то сил нет ни хрена. Нельзя. Нельзя тише. Мясо принес.
Ну-ка. Догоните Багиру, если сможете. Сейчас покушу, попробую позаниматься. Ну там пипец, во дворе, наверное, да и во дворе на удочку жесть. Сейчас что-нибудь будем думать. Все, уже Яврик завелся, увидел, что он не бутылит. Тихо-тихо, стол не снеси. Сами себя развлекают. Жесть. Багира победила. А тебе песок, да, Бог? Тихо, Муса, ну. Так, заберем их домой. Им скучно, они их жалко. Да. Пусть идут гуляют, молодцы. Жалко мне их. Да. Малышня додумается, я думаю. Додумайтесь. Додумались, ребят, вышли. Минута не прошла, вышли. Привет, подросли. Капец, да, давайте откроем. Заходит, кто хочет. Открыл. Давайте свет здесь тоже включим. Посмотрим, что делать будет. Колобок, ну, угомонись, успокойся, успокоились, говорю.
Сейчас пока дозову всех. Молодец, Энри. Играют там в песочницу. Нравится им там бегать. Лунка с ними бегает. Сколько можно гулять? Давай домой. Все вернулись, да, почти все. Сейчас Адельку ждем, закроем. И все готово. Молодцы, молодцы. Аделька стоит на порожке. А мне стрим надо вести. Идите, Валер, бегом. Валер, Валер, давайте, давайте. Молодцы, низа, 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 уходим. Ух, ух. Давай, 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 молодцы. Тайра, давай. Давай, Тайра, Тайра. Тайра, Тай, низа, низа. Низа, низа, Тайра. Заходи, да. Давай, давай, заходи. Нельзя, говорю. Да какие упрямые. Пас. Что ж вы такие упрямые, а? Тайра. Пипец, волки упрямые, конечно же. Нельзя. Пойдем. Тайра, давай, давай, заходи. Тайра. Тайра. Нельзя. Тайра. 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 Так, на модельку надо. Дельку закрыли. Тайра, ты моя девочка моя, Тайра, иди моя сёлечка, иди моя сёлечка. Все, Тайра, Тайра, иди сюда, иди сюда. На. Так, сейчас выключим свет, чтобы не мотался. Не, али бумагу достали, вон на песочнице все расфигачили. Блин, открылась дверь. Ну ладно, пусть гуляет. Прикол, я не закрыл, видимо, капитан. Все. Все. Так, все, ладно, гулять всем Валера закинь. Если гулять захочет, молодцы. Вот так вот, ребят, настроение поднялось. Все хорошо. Как говорится, газуем дальше. Все будет бомба, увидите. Хорошего всем настроения. Ю. Он тебя тоже, Яврик, любит. Он хочет с тобой дружить. Позволяет заигрывать, заигрывать. Ай, красавчик мой, красавчик мой. Да, Лунка, вот. Ну, подойди ближе, руки протяни, погладь. Да? Че? Погладь, смело, конечно. Молодцы. Им скучно, они внимания хотят. Тетюшки. Она тебя никогда не укусит, Серега. Ну погладь, ну погладь. Она бедная хочет. Ну протяни руку, чтобы погладила. Снежан. Протяни руку, погладь. Молодчина, молодцы. Тут надо и Снежан социализировать, и щенят волчат, и волков. Ой, смотри, они тут. Вот так. А Яврик вот никогда в жизни никому, да, так вот не подходил. Он с первых дней не боится Снежана. Это удивительно просто. Молодец. Молодец. Ну погладь. Ну, от меня не трись. От меня не трись, малышка. Я тебя люблю. Да, я тебя люблю. Я вас всех люблю. Давай вычешем завтра. Да? Тебя будем вычешивать завтра. Тебя будем вычешивать. Ну все, 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 я понял. А я вдруг тоже чуть боюсь. Ну погладь, погладь, ну погладь. Она же ходит, бедная, туда, сюда. Идите к Снежане, вот, все, идите к Снежане. Ну в общем, волчатки у нас бегают, прыгают.
Здорово, красавцы мои. Здорово, Тайра. Чё ты, Тайрушка? Идите, ойте, мои маленькие. Мои. Она игра, она заигрывает, да. Она заигрывает просто. Сейчас я, яблоко. Давай, чё, пошкодит. Пошкодит нам. Поэтому подружись. Гладь. Она тебя тоже боится, но хочет подружиться, но боится, потому что ты мало жестов делаешь подружиться. Руку протяни хотя бы, погладить ее. Ну, можешь вот похвалить, поговорить с ними, погладь. Это ж... Они ж добрые, не видно раз. Ать, дя, Ромка, дя. Ну, ты смелее, Ром, чем Снежана. Погладь ее. Вот. Она ж не укусит, я тебе говорю, она не укусит. А еще укусит, убери с головы, тут нету такого, тут никто тебя не тронет.